120% от поставленной задачи. У городском районе перевыполнили план на пятигодку по инвестициях в бюджет. За прошлые 4 года тут было реализовано несколько десятков проектов. Инвестируют навод у ветер. Подробности у Катерины Балуковой. 400 миллионов долларов. Огульный объем инвестиций у экономику городского района с 2012 года. У лику іншого тут провели модернизацию молочного завода и побудовали шматкватерный дом повышенной комфортности с автопарковкой и гандлевыми объектами. И это только частка инвестпроектов района опошний год. У 2015-м у горках распрацовали инвестиционный атлас. Мы собирали наиболее актуальную информацию, земельные участки, которые представляют наиболее привлекательность для потенциальных инвесторов. Вся эта информация, а также нормативное сопровождение, последние нормативные акты, которые помогут инвесторам принимать правильное решение и определять направление развития своего бизнеса, вся эта информация размещена на инвестиционном атласе. У инвестиционном атласе около десятка бизнес-идей, открытых для реализации. Это будовництво жилых домов, вытворчих и громадско-деловых объектов. Предприятия, зарегистрированные на территории района, освобождаются в течение 7 лет работы от налога на прибыль и имеют другие значительные преференциальные льготы, что позволяет им эффективно развиваться и, скажем так, набирать потенциал. Опошний инвестпроект реализованы у районе будовництва 5 вектроэлектростанций. Термин окупаемости каля 4,5 года. Одной такой установки хапая, каб забеспечить поветранными киловаттами амаль 600 квартир. Производимая электроэнергия от этих установок, она подается в электрические сети нашего Горецкого РЭСа и потом передаются потребителям Горецкого района. Это юридические и физические лица. Общая производительная мощность этих ветроэлектростанций составляет 5 мегаватт. Это сколько в киловаттах? Порядка 5 миллионов киловатт. Сегодня на территории городского района зарегистрированы еще несколько пляцовок для ветропарков. Специалисты кажут, инвестиционный потенциал альтернативной энергетики тут еще не вычерпаны. Катерина Балукова, Александр Тарасов, новини регион.